Мы находимся в Южном административном округе Москвы, район Царицыно. На ваших экранах дом, в котором проживаю я. Некоторое время назад я снимал обзор на свою квартиру и показывал, что же такое доступное жилье для москвичей. Потому что я проживаю в однокомнатной квартире площадью 27 квадратных метров. Это было в начале года, и на тот момент доллар все еще был 62-65 рублей, и цена квартиры была примерно, вдумайтесь, 6,5-7 миллионов рублей, все зависит от состояния. Еще тогда люди писали, что 6,5-7 миллионов рублей за такую маленькую квартиру. Ребята, в этом видеоролике вас ждет такая горячая информация, потому что на сегодняшний день, когда доллар вырос до 80 рублей, цены дико изменились. И в этом ролике я вам хочу детально показать и рассказать, что происходит на рынке недвижимости. Этот видеоролик будет полезен всем тем, кто проживает в Москве и Московской области и подумывает приобрести себе жилье, расшириться, жил в однушке, хочет купить двушку. Все детально покажу. Все те, кто проживает по регионам, вы иной раз тоже задумываетесь, а что если поменять жизнь, продать квартиру у себя, переехать в Москву? Такие люди есть. Вы пишете об этом, этот сюжет и вам будет полезен. Ну а те, кто вообще не хотят ничего менять, присаживайтесь поудобнее. Сегодня будет любопытно, интересно. Я вам буду показывать, как выглядят квартиры, как меняются на них цены. Мы сейчас находимся с вами в Южном административном округе. Поедем в сторону центра и доедем до самой дорогой улицы в нашей стране, где я хотел себе купить квартиру. Что это? Как это выглядит? Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем прямо сейчас. В этом ролике у нас есть отличный тематический спонсор для всех тех, кто любит ролики про недвижимость. Давайте я вас с ним познакомлю, и после чего мы переходим к основной теме выпуска. Как вы смели заметить, мы снимаем ролики на разные темы. Мы снимаем про машины, мы снимаем про недвижимость. На днях мне пишет человек, говорит: «Диман, мы создали новый канал, имя которому «Движ за недвиж», где мы будем прокачивать старые здания». Значит, что они делают? В своих выпусках они показывают, как управляют бизнесом, а именно выбирают и покупают здания, затем их ремонтируют и ищут арендаторов. В своих роликах они рассказывают о реальных проблемах, с которыми сталкиваются большинство предпринимателей. То есть, если здесь не будет ни одного арендатора, минус 30-40 только на эксплуатацию. Честно говорят о цифрах, озвучивают стоимость ремонтных работ, зарплаты, свои убытки и прибыль по проектам. Тема недвижимости, она действительно интересна, но кто бы из вас не хотел иметь какое-то свое помещение, либо здание, которое сдаешь в аренду, получаешь регулярно денежку и живешь в удовольствии. И вы должны понимать, это не какой-то успешный успех, где всегда все хорошо, у них есть и действительно провальные проекты. При этом, когда им удается заработать, как и любой нормальный человек, они пытаются выбираться отдохнуть, устраивают различные челленджи, гоночки, разыгрывают различные подарки, которые вы сможете выиграть. Именно для вас в описании к этому ролику я оставлю ссылочку на канал «Движ за недвиж». Переходите, подписывайтесь, посмотрите. Это действительно полезный и интересный канал. Ждет вас в описании. Если вы устали от успешного успеха и мотивирующих мотиваторов, посмотрите на реальный бизнес с реальными людьми, с реальными объектами. Подписывайтесь на канал. Зарисовочка из моей жизни. Осенью 2019 года моя жена обрадовала меня и сказала то, что мы станем родителями. Я понимал сразу, что проживая в однокомнатной квартире, когда будет расти ребенок, это будет становиться с каждым месяцем, годом невыносимо. Места будет мало, нужно расширяться. И уже тогда я начал изучать вопрос недвижимости. Ребята, рассказываю вам подробно. Вот в этом доме до вируса двухкомнатная квартира площадью 52 квадратных метров стоила примерно 8,5-9,5 миллионов рублей. Как выглядит эта квартира, я вам сейчас вывожу на экран. Вы можете посмотреть, типовая планировка, где 8,5 миллионов это была просто шикарная цена. И когда я хотел ее купить и уже пришел говорить то, что давайте подписываться, она продавалась на секундочку около года. Год продавалась квартира, никто ее не мог купить. Тут говорят то, что все, квартира уже ушла. Потом происходит следующая ситуация. Начинается первая волна, начинает расти курс доллара. Вот сюда я хочу добавить немножко от себя. Я ни в коем случае не пытаюсь никогда лезть в политику, но тем не менее меня удивляет, когда по телевизору нам рассказывают, а что вам этот доллар-то? Ну растет он и растет, и что? Вы-то все зарплаты получаете в рублях, вам-то что? Цены там, это все ерунда. Значит, смотрите,
Если брать за основу того, что доллар был 62-65 рублей, а сегодня он стоит 76-80 рублей, да, в этом диапазоне, скачок доллара произошел на 20%. Что вы думаете происходит на рынке недвижимости? Скачок на рынке недвижимости произошел на те же самые 20%. Как это выглядит? Вот я вам вывожу на экран квартиру, которая стоит сегодня, ну, по которой хотят продать сегодня за 11 600 000 рублей. Хотя изначально они там цены ставили 11 812. Соответственно, люди отталкиваются исключительно на валюту. И то же самое происходит в близлежащих домах. Я прихожу, смотрю, квартиры, которые стоили 10 миллионов, стали стоить 12 миллионов рублей. Ты скажешь, да что ты, кого ты этим удивишь? Ребята, я не пытаюсь вас удивить, я просто как бы констатирую факты, делюсь с вами жизненной историей. Когда ты сидишь, копишь, работаешь, откладываешь деньги, хранишь их там на счету в банке, думаешь, вот-вот, скоро там расширимся, и тут тебе раз, просто в один момент цены вот так вот сильно вырастают, недвижимость. Про машины я даже молчу, скачок есть, вы про это знаете, мы снимаем ролики. Факт в следующем. В этом доме была квартира точно такая же, как у меня, 27 квадратов. Человек ее продавал по цене 8 400 000 рублей. Когда я это увидел, я думал, ну он не в себе. Знаете что? Квартира продана. Сейчас происходит на рынке какой-то бум, всплеск. Народ действительно кидается все скупать. Новостройки мы ездим, снимаем. На этапе котлована их скупают. Более того, идет поддержка от государства, делают ставки по ипотеке ниже, кредиты стараются давать под более низкий процент. Что делают застройщики, что происходит на вторичке в том числе? Все понимают, что кредит становится доступнее и, соответственно, просто умышленно на недвижку начинают делать наценку. Условно, если на этапе застройки квартиру можно продать за 5 миллионов рублей, и это будет и адекватная рыночная цена, застройщики берут некоторые, продают на 500-1 000 000 рублей дороже. Эту информацию мне рассказывают люди, которые занимаются недвижимостью. Если я где-то не прав, вы можете написать развернутый комментарий, как есть на самом деле. Но сам факт того, что так оно и есть. Это все видно, мы ездим, снимаем, цены растут везде. При этом люди боятся, что делать, деньги, а что будет, у кого-то есть какие-то сбережения, кто-то готов брать ипотеки на 20-30 лет и думает, что так будет выгоднее, здесь право каждого. Но сам факт того, что единственное, что не изменилось за все это время, зарплаты. Вы сами прекрасно знаете, что как все получали там определенную сумму денег, так и получают. Хотя, глядя на все это, что вот такие цены растут везде, и народ все равно скупает. Я смотрю, вот была, например, квартира 10,5 миллионов в соседнем доме. Я думаю, надо бежать, бежать нужно. Звоню, у нас уже завтра вносят задаток. Хотя рекомендованная розничная цена такой квартиры 9 300 000 рублей. Очень часто люди задумываются в вопросе, а куда переезжать, как подобрать район. Вот я объясню. Этим вопросом занимаюсь последний год минимум. Когда я смотрел Москву, я понял одно, лично для меня, что все районы плюс-минус одинаковые. Где-то что-то лучше, где-то что-то хуже. Есть дома, где новые, ну, так называемые новостройки. Есть дома вторичка. Все по-разному, но плюс-минус по районам, если взять вот этот дом сейчас похожий, да, и переместиться на север Москвы, там, на восток, на запад, цена будет плюс-минус одинаковая. Здесь, что мне нравится именно в Царицыно для себя, как я, например, определяю для себя жилье, мы находимся на юге Москвы. Вы знаете то, что по М4 на юг, в 100 километрах от Москвы, живут мои родители. Соответственно, мне удобно выезжать. Зачем мне покупать квартиру на севере, западе, когда мне вот сел, выехал спокойно. Плюс ко всему, инфраструктура. Это очень важно. Всегда все задумываются, а что тут? Школа, детский сад, там парк, куда ходить? Здесь рядом парк, музей, заповедник. Здесь куча различных парков, небольших. Их действительно очень много. Я вам даже их на карте показываю. То есть куда-то пойти погулять, с этим вопросов нету. С детьми проблем никаких нету. Школа перед домом, школа сзади дома, детские сады, магазины и самое главное метро. Потому что все, что происходит в Москве, всегда меряется по метро. Квартиру купил, квартиру покупаешь, а где? А до метро сколько? Сколько до метро? Вот здесь мы стоим, проходим в арку сквозь дом, 3 минуты, и мы находимся возле станции метро Царицыно. Спускаемся 27 минут, и мы выходим на станцию Охотный ряд. Охотный ряд, это ты вышел и видишь Кремль. И ситуация меняется кардинально и быстро. За последние полгода найти свежих объявлений в продаже вот в этом районе очень сложно. То есть продается плюс-минус одно и то же, то, что долго продается, но с откровенно завышенным ценником. Опять же, вот рассудите. Завышенный ценник, то, что люди там задирают на 1,5-2 миллиона рублей, ценник выше, чем реально стоит их квартира. Или же это правильно, потому что все у нас все-таки должно быть приравнено к валюте.
моем доме продается только одна квартира, и я вот смотрю на нее и думаю, ну 11600, но ей цена 9500. Вот 9500, ну 9700 с учетом там подорожания. Вот это адекватная цена, но не точно не 11600. Смотрим соседние дома. Соответственно, что мне нужно? Мне обязательно нужно, чтобы у меня был балкон и как минимум, как можно выше этаж. Потому что пожив на втором этаже, когда у тебя возле дома зелень, это все классно, но в квартире темно, некомфортно. Балкон нужен по-любому, ребенок, сами все понимаете. Вот, например, на вашем экране еще один дом. Соответственно, в этом доме квартира двухкомнатная стоила те же самые вот 9,5-10 миллионов рублей. В этом диапазоне их продавали. Сейчас квартира там продается 12 миллионов рублей. Звоню человеку просто поинтересоваться. Вот вы скажите, пожалуйста, ценник такой вы ставите, почему? Это с учетом торга или что? Частник ничего объяснять не хочет. Торг сделаю минимально. Ну сколько у меня там? Ну 100-200 тысяч, ну, даже пусть это будет 500 тысяч рублей. 11500 это перебор за эту квартиру. Тем не менее, квартира висит. Как говорится, есть не просит, и он никуда не торопится. Если посмотреть дальше, вот эти вот старенькие дома, да, панелечки девятиэтажные, без балконов, там, естественно, площадь более доступная по цене. Там можно найти квартиру двух-трехкомнатную в диапазоне, внимание, 8,5-11 миллионов рублей. Просто все зависит от удаленности, от того, сколько у вас будет комнат, 2 или 3. Но сам факт того, что это настолько унылые дома, настолько простые маленькие планировки, комнатки все маленькие, мне лично они не очень нравятся. Очень часто бывает, люди спорят, где лучше покупать квартиру, в новостройке или во вторичке. Потому что вот эти дома, когда на них смотришь, многие напишут как бабкин стиль. Ну серьезно, бабкин стиль, все там проперданное, старое, на них смотришь, унылое все. На мой взгляд, друзья, здесь, как бы, знаете, в таких районах чувствуется душа. Опять же, очень важно найти территориальность. Я вам показываю карту, чтобы вы просто понимали, это не какая-то прям глухая окраина. Здесь с точки зрения территориальности очень хорошее расположение. Все рядом есть, как бы до центра, куда угодно, до метро. Это важно. Что хорошо? Ты покупаешь хорошую квартиру, делаешь внутри хороший ремонт, приходишь домой, получаешь удовольствие. Вот этот дом, например, мне очень сильно понравился, потому что здесь закрытая территория рядом с ним. Парковочные места, как правило, всегда есть. Перехожу, гуляю здесь частенько, наблюдаю, что думаю, ага, приехал бы, машину сюда можно поставить. Стадион есть, мы находимся на территории школы, но сюда можно спокойно прийти, здесь постоянно народ играет. Я вот по этим дорожкам бегаю периодически, но сейчас я не бегаю, потому что после болезни нахожусь, а так досуг провести есть где. И, конечно же, здесь встречаются везде риэлторы. Я иной раз не понимаю людей, неужели так сложно сделать самому фотографии своей квартиры и выложить их на те же самые Цианы, Авито, ну и те же самые сайты, куда все одно и то же дублируют. Объясню. Услуги риэлтора, допустим, если квартира продается там 10,5 миллионов, они возьмут за это 1150 минимум, а то и 300 тысяч рублей. Некоторые риэлторы могут взять еще больше, здесь уже все как-то индивидуально. Что они будут делать за эти деньги? Ну, я буду звонить, они будут звонить собственнику, показывать мне квартиру, при этом, что мне больше всего нравится, они... Так, с собственником, пожалуйста, о цене не разговаривайте. То есть, как бы риэлтор, который вообще никакого отношения ни хрена ни к чему не имеет, он еще правила свои диктует, как должно быть. Ребята, кто риэлтор, я ни в коем случае никак не хочу вас обидеть, но просто поймите правильно. Мне с точки зрения, вот как человеку, кто хочет купить жилье, иной раз непонятно, почему за квартиру там в двух комнатах вы берете 300 тысяч рублей. За что? Почему не 50 тысяч рублей? Заведение сделки вот иду. Почему там, ну, не 75? Почему такие цены бешеные? По сути, вы приходите просто, да, вот, здрасте, Тамара Ивановна, вот квартирка, смотрите. Все вопросы решим, все сделаем. Вот это, да, бизнес. Заходишь на сайты, смотришь объявление, а там одна и та же квартира выложена от 3-5 разных агентств, но это одна и та же квартира. То есть агенты приходят, все фоткают, одно и то же. Прикол еще в чем? Если вы сейчас будете смотреть вторичку, ребята, это просто мясо. Как люди некоторые живут, я просто офигеваю. Вот выставляют квартиру на продажу, срач! Грязище, свинище. Думаешь, ну нифига себе, вы что, даже не можете прибраться, сделать красивые фотографии, шторы открыть. На некоторых сможешь, думаешь, такое ощущение, как будто там, ну просто, вот я не хочу никого обидеть, бомжи живут, свиньи живут. Грязь просто, видишь стол, там чуть ли не тараканы в кадр попадают. Думаешь, ну как так можно-то? Я вам открываю карту. Если мы посмотрим на левую часть, я ее даже не рассматриваю, потому что там все очень сильно натыкано. Как-то тот мне район, ну, просто не нравится. При этом там дома идут, как правило, девятиэтажные, панельные, но они мне не очень нравятся. То есть, ну, просто душа даже не заходит на них смотреть. Думаешь, блин, как-то это все уныло. При этом цена там будет примерно 8,5-10 миллионов рублей, но площадь гораздо меньше и дома гораздо проще. Есть еще один маленький райончик здесь неподалеку. Когда ты на него смотришь, думаешь, блин, интересное местечко. Вот давайте
опять туда переместимся, и я вам покажу, как с одной стороны вроде бы цена становится более доступная, но в тот же момент ты думаешь, да ну нафиг. Согласитесь, когда ты проживаешь в городе, круто иметь возможность выйти там 3-4 минуты пешком через дворы, и у тебя метро. Сел, поехал до центра 25-30 минут. Это очень хорошо. И вот мы сейчас с вами переместимся в райончик, здесь же в Царицыно, который от метро буквально в 20 минутах ходьбы пешком. 20-25. Некоторые, конечно, пишут в объявлениях 17 минут, но 17 минут я уже ходил, это нужно просто бежать с утра. Вот, кстати, обратите тоже внимание, дорога, которая ведет на выезд из Москвы, по пятницам, само собой, здесь постоянно будут пробки. На данный момент записи, это вторник, время 11:30 дня. Вот в этих домах тоже можно купить квартиру примерно по цене, ну, двушка, трешка, вот так и стоит. 10-11 миллионов рублей в этом диапазоне. Но здесь минус огромный какой, постоянный шум от дороги, они прям вот, считай, на дороге находятся. Пылище, грязище, это здесь, если покупать квартиру, это исключительно там, я не знаю, на самом верхнем этаже и в обратную сторону, чтобы были окна, ну, во двор, чтобы хоть как-то было тихо. А так, конечно, проживать в Москве вот возле дороги, блин, это жесть. Вот от точки, где я сейчас стою, до метро 25 минут пешком. За моей спиной строится, скорее всего, очередной какой-то жилой комплекс. Дальше там уже идут гаражи, там где-то дальше есть кладбище. В общем, мы находимся в районе Царицына. Там, где жилье наиболее доступно. Как это выглядит, ребята, сейчас вы будете приятно удивлены. Вот этот парк, он плавно перетекает в так называемый Аршиновский парк. И это реально очень крутое место. Вот вы посмотрите и вдумайтесь, да? Спальный райончик Москвы. Пойдемте. Плитку постелили, все классно сделали, но я вам показываю, как выглядят эти дома с коптера. Эти дома, ребята, откровенно уже вот советские старые дома. Они, конечно, выглядят чмошно, чамрно, но тем не менее, сам по себе район, ты выходишь, у тебя возле дома пруд, лавочки, ты можешь наслаждаться досугом. Плюс ко всему, здесь также идет целый сосновый лес. Мы когда сюда периодически приходим гулять, вот после дождя прям запах стоит такой, знаешь, соснами. И это ты находишься в Москве, важно. Иной раз некоторые говорят, типа, да ладно, в вашей Москве загазованность. Вот, например, я, проживая в городе Кашира, таких возможностей нигде не имел, чтобы в сосновом лесу погулять. Ну, там есть отдельный лес, но там находится завод по производству собачьих кормов, и на весь лес пахнет собачьими кормами. Ну и, собственно, вот они, типовые дома, панелечки. Вот купить квартиру в подобном доме, это будет примерно, я скажу такую вилку, от 8,5 до 11 миллионов рублей. Опять же, все зависит от площади, какой-то дом ближе, какой-то дальше. Есть также дома, в принципе, здесь неплохие, там квартира будет стоить дороже, там это будет примерно 11-13 миллионов рублей, ну, по крайней мере, на момент мониторинга, что я смотрю, что-то продается, но это прям квартира будет квадратов 70-75 с хорошей такой планировкой, большие окна, то есть квартира светлая получается, и казалось бы, все классно, ты вышел, да, спокойно. С точки зрения, смотрите, инфраструктуры, здесь вообще ни хрена ничего нету, здесь, может, где-то вот есть, я видел, там один Магнит, ну так вот, там кафешек, ничего нету. Но это не страшно, почему? Во-первых, Москва — это город доставок. Я сегодня вообще уже в целом в магазины не хожу. Все, что нужно, ты заказываешь, тебе прям привозят домой. И вот таких мест для отдыха здесь на самом деле очень много. Соответственно, пирс. Естественно, купаться здесь нельзя. И сам по себе этот прудик совсем маленький. Тем не менее, утки есть. Рыбы здесь, я так понял, тоже есть, потому что прихожу, периодически вижу, что люди с удочками сидят. Ну и в целом уютно, согласитесь. То есть ты идешь, хорошо. Опять же, какой плюс, что вроде бы ты в зеленой зоне находишься, но в тот же момент там сверх много деревьев нету. То есть, как бы, знаешь, светло, это здорово. Потому что когда живешь на первом, втором этаже, кто покупает себе квартиру? Вот если вы вдруг найдете хорошее объявление, но под домом деревья, ребята, лучше нахрен не покупайте, потому что будете жить как в темнице. От дороги мы отошли буквально 100 метров, то есть такие же квартальчики, что вокруг идет у нас дорога основная, а так во дворах уже потихоньку все передвигаются. Это к тому, что шума здесь как такового нету. В этом-то и плюс, то, что ты передвигаешься с коляской, гуляешь, никакой КамАЗ мимо тебя не проедет, как вот то, что мы сейчас, когда ехали на автомобиле. Там же некоторые люди передвигаются, тоже гулять выходят, то есть, ну, не то. А вот здесь, прям смотри, просто реально тишина, то есть такое ощущение, как будто ты, ну, напишите ваше мнение. Вот по виду я вам из коптера показываю, так живые кадры. На мой взгляд, в принципе, очень даже уютно. Таким образом, вот так вот выглядит один из приятных районов с доступными ценами на жилье в Москве. Подчеркиваю, что если мы будем удаляться дальше в сторону МКАДа, возможно, где-то можно будет найти подобный дом с ценой,
на квартиру чуть ниже. Но опять же, здесь уже начинаются второстепенные факторы из серии, а там до метро нужно будет вообще ехать на маршрутке, в общем, добираться сложнее, дольше. Это все, естественно, влияет на цену. Опять же, важно смотреть, что у вас по дому, да? Одно дело, вы выходите, у вас вот такая красотища, ну, откровенно говоря, чисто, аккуратно, свежо. А другое дело, ты выходишь, и у тебя под домом находится какая-то стройка, дорога, шум, гам и так далее. Даже где мы были изначально, да, где я сейчас живу, там не так по сравнению с этим. Было бы круто, конечно, чтобы вот здесь где-нибудь, там в 5 минутах отсюда было бы метро. Это было бы вообще идеально. Как бы, я думаю, и цены бы сразу на квартиру автоматом бы уже изначально бы выросли бы вверх. Подводим итог такой, что вот в 25 минутах от метро дома староватые, но тем не менее жилье более доступное, инфраструктура не так развита, как возле метро, само собой, но тем не менее выводы делать вам. Посмотрел, единственное, что останавливает, это то, что вот до метро далеко, а все остальное в целом понравилось. Но я же кто? Я же провинциал, я же приехал в Москву из области. И как у любого провинциала, у меня были мысли о том, что, блин, надо бы накопить денег, заработать и купить себе квартиру в центре. И я, естественно, смотрел квартиры ближе к Садовому кольцу, внутри Садового кольца. И знаете что? Есть, точнее, были как минимум варианты, которые можно в целом потянуть. И вот сейчас мы с вами отправимся в 2 района, и я вам покажу, что это такое, как это выглядит. Для затравочки скажу, в этом районе живет, например, Тимати. В общем, друзья, мы едем в центр. Ну а мы с вами перемещаемся в район Даниловский. С одной стороны, это еще, конечно же, не центр, но уже близко. По одной стороне от нас 3-е транспортное кольцо, по другой стороне буквально 15-20 минут пешком, и мы будем с вами находиться на Садовом кольце. Почему я присматривал это место? Точно так же, по направлению оно мне удобно. Я здесь частенько проезжаю, я здесь частенько бывал на Даниловском рынке. Вообще, в целом, гулял в этих районах, хотя здесь каких-то примечательных достопримечательностей здесь нету. Тем не менее, райончик мне нравился, казалось, то, что до центра рукой подать, почему бы и нет. Вот я вам показываю кадры с коптера, и вы видите, что архитектура здесь абсолютно разная. Есть дома откровенно советские, старые, 9-этажки, 5-этажки. Есть же и элитные районы. Так, например, здесь неподалеку проживает известный рэпер Тимати. Здесь неподалеку проживают известные блогеры в ЖК, где квартиры стоят порядка 45-60 миллионов рублей в среднем. Но при этом в обычных домах здесь можно найти, было до вируса, квартиру по цене 10-12 миллионов рублей. Это была бы двухкомнатная квартира площадью примерно 45-50 квадратных метров. Если рассматривать квартиры сейчас, то ближе к Садовому кольцу квартира примерно 45-50 квадратов будет стоить здесь теперь 14-15 миллионов рублей. То есть ровно так же, как и на окраине, на 20% цены на квартиры растут. Но инфраструктура здесь уже, видите, совсем другая. Плотная застроечка, ничего интересного здесь нету, природы как таковой здесь нету, за исключением того, что неподалеку здесь находится парк Горького. Большая зеленая полоса, но опять же парк туристический. Народа летом там постоянно полно. А вот так вот по дворам походить, да, есть интересные места, но на любителя, то есть это не та архитектура историческая, которая может встречать вас внутри Садового кольца. Школы, детские сады, все это, конечно же, есть, можно посмотреть по карте. А там уж сами, друзья, понимаете, в нашей стране как договоришься, успел встать в очередь, там в детский сад записаться, это уже все дело второстепенное. Рядом находится станция метро Тульская. Вот в этом доме, который за моей спиной находится, квартира как раз-таки вот 45-50 квадратов стоит по цене примерно сегодня там 14-15 миллионов рублей. В чем минус, да, то, что с двух сторон находится оживленная дорога, здесь постоянно ездят машины, здесь вот просто так спокойно, да, выйти там, постоять в тишине невозможно. А уйти куда-то, это вот там дворами в парк, то есть вот в этом как раз-таки есть минус проживания в центре города, когда у вас особенно есть дети. Я это понял только тогда, когда стал отцом, пообщался с друзьями, кто проживает с детства в центре, и говорят, блин, на самом деле, когда взрослый, работаешь классно, особенно если работа находится тоже непосредственно в самом центре, третий раз скажем это слово. А так, в целом, было принято решение, что, наверное, лучше посмотреть квартирку побольше в зеленом районе Царицына. Но, тем не менее, мечта всегда же была купить прямо внутри Садового кольца. Выходишь, там красотища, погулять. Мне нравится внутри Москвы, люблю очень сильно погулять. Именно поэтому я вам предлагаю отправиться дальше. Я вам покажу, что такое доступное жилье внутри Садового кольца.
А вот теперь мы находимся в сердце Москвы. Мы находимся внутри Садового кольца. И вы можете сами увидеть, как изменилась архитектура. Совсем другой вид, уже есть какая-то история. И самое главное, знаете, вот что мне нравится в центре. Когда ты сюда приходишь погулять, идешь вот по этим улочкам, вот иной раз станешь, и есть чему взгляду зацепиться. Исторические здания, памятники архитектуры, это круто. Здесь чисто, аккуратно, здесь совсем другая история, здесь совсем другие цены. То, что вы видите сейчас на экране, здесь понятно. Ценник будет ого-го какой. Я вам даже карту открываю, и вы видите, что квартира где-то может стоить 20 миллионов рублей, где-то 160, где-то 540, где-то 40, где-то 60. В общем, цены, которые просто-напросто улетают в космос, как говорится. Но иной раз думаешь, ну а вот если, допустим, 12-15 миллионов, можно что-то найти? Можно. Пойдемте, я вам покажу. Отмечу, что про улицу Остоженку, Золотую милю, мы снимали отдельный сюжет, показывали, как это все выглядит детально. Ссылочку я оставлю в описании, кому интересно, просто ради любопытства посмотреть, переходите, посмотрите. А так вот, да, иной раз идешь, думаешь, ага, вот такой дом. Ну неужели сейчас блондин покажет, что в этом доме за 15 лямов можно купить двухкомнатную квартиру? Нет, друзья, но фишка в чем? Вот обратите внимание, мы сейчас находимся около дороги. Одна минута, мы заходим во двор, и вы увидите доступное жилье. Какая минута? 30 секунд. Вот дорога, мы заходим во двор. Здесь все чисто, аккуратно, но здесь нас встречает вот эта история. Пятиэтажный дом. Ребята, в этом доме до вируса, подчеркиваю, почему до вируса, ну вы уже поняли, потому что цены были гораздо доступнее, на 2 миллиона как минимум. Здесь квартира на пятом этаже, 45 квадратных метров с балконом. Стоило 12 миллионов рублей. Опять же, люди даже опускали цену ниже. Квартиры на первом этаже были примерно по 10 миллионов 700 тысяч рублей. Согласно сайту объявлений, я их находил. На сегодняшний день квартир меньше. И, соответственно, та квартира, которая стоила 12, выросла до 14,5 миллионов рублей. Понятное дело, что вопрос остается открытым. Купит кто ее, не купит. Но сама территориальность, ты пойми, если ты, допустим, там без детей, или у тебя уже дети взрослые, или не взрослые дети, неважно. Вот этот дом пятиэтажный, точно такой же, который можно встретить по всей нашей стране. Кто-то из вас сейчас живет и говорит, о, у меня такой же балкон, это наш дом снимает. Факт в том, что пятерочка, рядом чистый двор ухоженный, рядом есть школы, все что угодно. Ну, центр это центр, при этом я вам показываю кадры с коптера, какая красотища вокруг. Знаю, что кто-то скажет, ой, какая же красотища, муравейник. Кто-то любит жить в горах, кто-то любит жить в селе, кто-то любит жить в провинции. Кто где любит, тот там и живет. Я же посмотрел на этот дом, но единственное, что меня остановило, это то, что все-таки 45 квадратов. Если бы это было бы 55 и за те же самые 12 миллионов рублей, я бы с удовольствием вписался бы в эту идею. Ну а сегодня, подчеркну, ты сидишь, копишь, работаешь, трудишься, экономишь, и потом раз тебе плюс 20% к цене на недвижку. Конечно, пятерочка в Москве – это очень опасно, потому что, например, была программа реновации, и с одной стороны, здесь кто как не относится. Кто-то говорит, я не хочу никуда переезжать, меня все устраивает, почему вы меня переселяете? Другие же, наоборот, рады, потому что там квартиру могут дать новую, чуть больше площади. На этом останавливаться не будем, потому что вот этот дом под программу не попадает. Я смотрел, проверял, но он сегодня не попадает, а место здесь козырное. Ты представляешь, вот это вот все убрать и построить какую-нибудь новую элитную многоэтажку. Запросто могут сделать, тем более место позволяет, спрос на нее будет. Вот дворик, пишите ваши комментарии, я знаю, что будут те, кто скажут, пятерка, вот это старая, нахрен она нужна, лучше купить в другом месте. Здесь вопрос спорный и вопрос интересов. Как говорится, ты заработал свои денежки и ты решаешь, на что их тратить. День подходит к концу, наш сюжет подходит к концу. Что я вам хотел показать этим роликом? Реальность. Как выглядит недвижимость для людей, кто хочет купить в Москве себе квартиру и думает, с чего начать. Вот примерно такие объекты вы будете смотреть. Я прекрасно понимаю и я рад за всех тех, у кого есть возможность больше зарабатывать, у кого есть возможность покупать в новостройках большие квартиры. Это отдельная история. В любом случае, если ты хочешь купить себе квартиру в Москве, ты хочешь расшириться, вот примерно с этих объектов, с подобных улиц, с подобных домов ты все и начнешь. Ниже цена, это только уже, соответственно, за МКАДом. Друзья, я присматриваюсь, я коплю, я тружусь, я работаю. Мне в городе нравится, несмотря на то, что бесконечные пробки, ко всему привыкаешь, в этом есть свой шарм, никого там не призываю больше приезжать, решайте сами, где вам жить. Вот таким сюжет получился, пишите ваше мнение в комментариях, как только
я дойду до этапа покупки квартиры, я обязательно сниму об этом полноценный ролик, поделюсь с вами своей радостью. Мы продолжаем. До новых встреч. Всем пока-пока.